Речь идет не об оборудовании, закупленных в рамках программы. Речь идет об оборудовании, которое входило в предполагаемый ремонт регистратуры в 2020 году. Да, действительно, у нас были большие планы отремонтировать регистратуру, расширить ее, отремонтировать гардероб, отремонтировать входную зону. Соответственно, в рамках этого ремонта предполагалось и оснащение по доступной среде данного отделения. То есть мы закупили монитор для вывешивания расписания, мы закупили для входной зоны игрушки для детей, мы закупили инфомат для записи на прием. Но в связи с тем, что финансирование не состоялось, соответственно, ну, в те места, где предполагалось это поставить, не представлялось возможным. Поэтому мы будем стараться разместить сейчас в имеющихся, на имеющейся территории детской поликлиники это оборудование, но оно никуда не делось, оно не пылилось, оно стояло и ждало своего просто часа предполагаемого ремонта. То все-таки мы не расстаемся с мыслью, что когда-то вход детской поликлиники мы отремонтируем согласно всем стандартам. Опять же, это оборудование никак не повлияло на качество оказания медицинской помощи. Повторяю, это телевизор, это инфомат, это компьютер и детские игрушки.